Глава государства говорит о том, что это будет шаг, который способствует пониманию и духу примирения в обществе. Этой встрече, которая намечена на 15 мая, президент продолжает начатую инициативу манифеста доброй воли, а также хочет продолжать объединять на памятных мероприятиях войны ветеранов, которые воевали окопов, чтобы впредь вместе 8 мая, когда отмечается День. История с визитами людей на форуме латышского региона Сарука. Подчиненных занят. Олег.